мощнейшим приемом победу одержал Пак Трипек. Дуй, Шалопай, Улфу! И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy, ведь благодаря им такой промоушен, как OFC, может проводить крутые ивенты в Санкт-Петербурге, бойцы получают достойную зарплату, ну а мы все это освещать. Gorilla Energy — наш любимый энергетик. Хочу поздравить Бактыбека Кушайбая, отличная победа, очень быстрая. Молодец. Расскажи, какие мысли, потому что, ну, судя по файткарду этого турнира, привозили ребят под питерских и краснодарских бойцов из клуба «Сечь», из клуба «Кузни», и, скорее всего, хотели, чтобы ты проиграл сегодня. К этому бою я, говорит, очень усердно занимался, тренировался, готовился. Благодаря труду, говорит, выиграл. Ну, соперник крепкий очень. Ну, и команда очень крепкая. Ну, благодаря тому, что мои тренера и спонсор-партнер, то, что помогли, говорит, эту победу он заслужил. По-любому теперь захотят многие охотиться за твоей головой, особенно ребята из клуба «Сечь». И, наверное, лига Open FC будет заинтересована в том, чтобы ты остался в этой организации. Тебе хочется здесь продолжить свою карьеру? В этой организации, если мне предложат хороший гонорар, хороший контракт, я готов подраться с любым. Весовой категории 66-61 килограммов. Если контракт хороший, если предложение будет хорошее, я готов подраться. Немножко приоткрой завесу тайны. Хороший контракт для тебя – это какие деньги? Больше 100. 100 плюс 100 тысяч рублей, правильно? Не. А, ну, на. Чуть-чуть больше. Поздравляю тебя с победой. Круто получилось. Друзья, у тебя есть Инстаграм? Да. Скажи, какой? Ты, ну, английский сад. Дюшабай Улбахтек. Да, друзья, подписывайтесь. Он появится внизу экрана. Также подписан Инстаграм Вестника ММА. И рад тебя видеть. Постоянно тебя увидел через YouTube. Скоро увидимся еще, я думаю. Ну, да, друзья, подписывайтесь на Instagram Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.